честному древу поклониться, воздвигнуть из земли сырой, решили царственные лица во славу подвиг их святой. Царь Константин и мать Елена, святыми названы не зря. Гонения христиан отмене, в правление пришла пора. Благочестивая царица прошла стопами крестный путь, и с ней народу вереница на крест Господень, что взглянуть. И вот воздвижение сегодня животворящего креста, и вознесем от умиленья, помилуй, Господи, меня. И вознесем от умиленья, помилуй, Господи, меня. Вот в поиске великом это все три креста враз обрели. Благоговением созерцали, дивились очи и сердца, как средь крестов, что отыскали, вершил крест Божий чудеса. И вот воздвижение сегодня животворящего креста, и вознесем от умиленья, помилуй, Господи, меня. И вознесем от умиленья, помилуй, Господи, меня. И чтоб была святыня зрима, ее пред всеми поднима, священно место обретения животворящего креста. Там храм Христова воскресенья сооружен на все века. И вот воздвижение сегодня животворящего креста, и вознесем от умиленья, помилуй, Господи, меня. И вознесем от умиленья, помилуй, Господи, меня.